55 лет почти каждый четвертый в мире страдает от повышенного давления. Основные факторы, которые повышают шансы на развитие гипертонии – неправильное питание, низкая активность и лишний вес. При повышении давления, особенно в зрелом возрасте, необходимо сразу обратиться к врачу. Есть несколько методов, которые снижают высокое давление без специальных таблеток. Гипертония – это синдром повышенного давления. Высокое давление – это когда на верхней отметке 140 мм, а на нижней – от 90. Заниматься самолечением не стоит, нужно сразу идти к врачу. Специалист пропишет препараты и специальную терапию, чтобы улучшить общее состояние пациента. А вы сами можете обеспечить себе здоровое будущее, откажитесь от сигарет, пересмотрите свой рацион и занимайтесь спортом. Если верхняя отметка уже две недели держится на промежутке 130-140 мм, срочно идите к врачу. И да, всегда держите под рукой тонометр. Все эти методы нужно воспринимать как аварийные. Каждый раз снижать давление такими способами не стоит, это может негативно сказаться на вашем здоровье. Глубокое спокойное дыхание снижает уровень стресса, который влияет на высокое давление. Делайте по несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы прийти в норму. Каждый вдох и выдох должен длиться не меньше 5 секунд. Кислород активизирует приток крови, что расширит сосуды. В результате давление нормализуется. Буквально на пару минут опустите руки в умеренно прохладную воду. Холод снизит частоту сердечных сокращений, что восстановит нормальное давление. Когда давление повышается, сосуды сужаются. Чтобы их расширить, нужно сделать горячую ванну и подержать в ней руки и ноги. Спустя 15 минут давление должно понизиться. Натуральная мята хорошо успокаивает и спасает от стресса. Заварите несколько листочков в кипятке. Через 10 минут выпейте готовый настой. Предварительно остудите напиток до комнатной температуры. Некоторые рекомендуют добавлять мед. Пейте мятный чай постепенно, небольшими глотками. Еще одно натуральное средство против высокого давления – настойка валерианы. Растение успокаивает и нормализует давление. Пейте валериану, строго следуя инструкции. Делайте компрессы из яблочного уксуса, чтобы быстро понизить давление. Все, что вам понадобится, это тряпочка и уксус из яблок. Смочите ткань в жидкости и поместите марлю на стопы. Через 15 минут снимите тряпочку. Как измерить давление без тонометра? Как заботиться о своем сердце, чтобы всегда оставаться здоровой?